Сеня, его Артем. Ага. Вы давно в этом лагере? Да, уже больше не сделали. Вроде либо 11 дней, либо 10, по-моему, столько. Да, и что вы тут делаете? Ходим на фехтование, на охоту. Ночуем в палатках. Учим песни, соревнуемся. Вот вчера мы песни пели, и каждый сказали, что занял первое место. Всем все понравилось. Да? Это что за конкурс был у вас? Чего? Конкурс. А вы что лепите? Я курицу. Ты курицу лепишь? Мы как бы их это выводим. Да, лепим ферму, можно так сказать. Лепим животных для фермы. Это как настоящие звери. У вас будет в конце ферма. Она у нас уже есть. Курица, корова, свинья, еще кто? Курица, корова, свинья, козы, бараны, лошади еще. В общем, целая ферма. А динозавры что делают здесь? Нет, это просто слепили. Это просто слепили. Ну, вам здесь нравится? Да. В следующем году поедете? Да. Не знаю. Честно. Честно, нет. Готовы ли выйти замуж? Да. Тут даже замуж уходит. Да, замуж уходит. Вот я сегодня женился. На ком же ты женился? На Даше. Ну-ка расскажи. А Даша красивая?